Секреты заключения сделок. Автор Зиг Зиглар. Озвучено каналом Financial God. Введение. Книга «Секреты заключения сделок» Зига Зиглара по праву считается Библией номер один для продавцов. Опытный продавец и талантливый лектор на протяжении многих лет работы создавал собственную методику продаж, объединившую психологические и практические аспекты этой профессии. Все мы в той или иной степени продавцы. Кто-то делает карьеру в торговле, кто-то продает свои идеи, поведенческие модели, свой труд или себя как будущего супруга, сотрудника, партнера. Поэтому большинство рекомендаций, приведенных в книге, актуальны и результативны не только непосредственно для процесса продаж, но и для многих других жизненных ситуаций. Главная мысль книги состоит в том, что в любой хорошей сделке всегда выигрывает в первую очередь покупатель. Книга «Секреты заключения сделок» расскажет о том, как профессиональному продавцу честно и эффективно помочь клиенту выиграть. Предложит действенные приемы продаж, каждый из которых проверен временем, автором и тысячами других продавцов. Проанализирует, почему люди не хотят покупать, и порекомендует, как поступать продавцу в случаях отказа. Подробно расскажет о том, какими качествами должен обладать профессиональный продавец. Напомнит, как важно быть искренним по отношению к покупателю, уверенным в себе и в товаре, который продаешь. Расскажет, как правильно выстраивать презентации и нейтрализовать возражения. Опишет основные типы покупателей и посоветует, как работать с каждым из них. В повествовании будет чаще использоваться слово «товар», но оно может подразумевать услугу или любое другое предложение, которое мы хотим продать. Все методики и примеры, приведенные в книге, надо воспринимать как можно шире, адаптируя их к конкретной ситуации и своей индивидуальности, продолжая пользоваться ими до тех пор, пока они не станут частью вас. Хорошими продавцами не рождаются, а становятся при помощи целеустремленности, новых знаний, практики и таких книг, как «Секреты заключения сделок» Зига Зиглара. Глава 1. Психология заключения сделок. Хорошими продавцами не рождаются. Каждый может научиться продавать, если будет достаточно целеустремленным и любознательным. Если вы хороший продавец, а не манипулятор, то процесс продажи для вас – это то, что вы делаете для клиента, а не с ним. В конечном счете, при правильной сделке, покупатель всегда должен выигрывать больше, чем продавец. Приемы, которые помогут заключать сделки. Не дайте подставить подножку. Не позвольте покупателю сбить вас с толку. Во многих случаях, когда он говорит «мне не интересен ваш товар», это может означать «мне интересно ваше предложение, но нет возможности принять его сейчас, поэтому не будем расходовать наше время». Если покупатель делает вид, что ему не интересен товар, не опускайте руки, возможно, он защищает себя от соблазна заключить с вами сделку. Владение. Говорите с покупателем так, как будто предлагаемый вами товар или услуга уже принадлежат ему. Пример из области риэлторских услуг. Посмотрите на прекрасный вид из вашего окна, где вы сделаете камин. Смущение. После презентации спросите напрямую у покупателя мнение о ваших товарах или услугах. Если они высокого качества, а мы надеемся, что вы уверены в этом, то во многих случаях покупателю будет неловко преуменьшить их заслуги или признаться в том, что он хочет купить нечто менее качественное, зато за меньшие деньги. Не слышу. Если покупатель в той или иной форме говорит, что ему не интересна сделка, вам может не повредить временная глухота. Не начинайте сразу обороняться или аргументировать предложение. Спор рождает враждебность, а вам надо, чтобы покупатель был настроен позитивно. Иногда пропускайте возражения мимо ушей. Посредством. Будьте оптимистом в том, что касается покупательской способности клиента. Ваши ожидания от него во многом оказывают влияние на его решение о покупке. Спрашивайте. В процессе презентации, особенно после того, как вы убедите в достоинствах товара, начинайте спрашивать, а не прямолинейно предлагать. Это поможет не только убедить, но и уговорить, и не будет выглядеть как навязывание. Только избегайте повторения вопросов-паразитов, вроде «вы понимаете, что я хочу сказать». Очень полезным может стать вопрос «это будет справедливо?».
в заключение фразы, ведь каждый испытывает потребность в справедливости. Разбивайте сумму. Разбейте стоимость товара на время его активного использования. А если сумма сделки превышает ожидания покупателя, то разбейте величину превышения на время использования товара. Оперируйте цифрами, где только возможно, и используйте переговорный блокнот. Например, дом мечты стоит на 20 тысяч долларов дороже желаемого. Покупатель планирует прожить в нем около 15 лет. В день сумма переплаты составит около 3,5 доллара. Это не так уж дорого для счастья. Узнайте больше. Соберите по возможности информацию о клиенте, узнайте, что ему действительно нужно, что для него важно, о чем он мечтает. Если того, что он хочет, нет в вашем предложении, подумайте, как это можно реализовать или доработать. Альтернатива. Предложите покупателю выбор, но не купить или не купить, а, например, оформить доставку на завтра или на следующую неделю. Красный или синий. А вопрос вроде вы возьмете один предмет или три с 20% но и скидкой. Еще и поможет продать большую партию товара. Новое решение. Покупатели не передумывают, они принимают новое решение на основе новой информации. Хотите переубедить, предложите больше информации. Комплимент. Сделайте покупателю искренний и точный комплимент, оцените его хороший вкус и правильный выбор, который он сделал в прошлом. И никогда не осуждайте предыдущий выбор вашего клиента, ведь таким порицанием вы ставите под сомнение его вкус и здравый смысл. Напротив, чувство удовлетворения от того, что в прошлом он принял правильное решение, может подтолкнуть покупателя к новому приобретению. Важность. Дайте клиенту почувствовать свою значимость. Это особенно важно при работе с постоянными клиентами. Продажа щенка. Предложите клиенту товар или услугу во временное пользование. Пусть он почувствует товар своим, и тогда ему будет очень сложно от него отказаться. Вы этого достойны. Предоставьте покупателю оправдание для его покупки. Он много работал и заслужил преимущество вашего товара, он заслужил свою мечту. Почему люди не хотят покупать? У них нет потребности в товаре. Но, к счастью для продавцов, люди покупают не только то, что им необходимо, но и то, что они хотят, о чем мечтают. Предложите клиенту не только причину, но и оправдание для покупки. Прием, вы этого достойны. У них недостаточно денег. Но это может означать, что они просто не хотят достаточно сильно того, что вы продаете, даже если им это нужно. На мечту люди найдут деньги. Или они хотят получить этот товар за меньшую цену. Тогда, если нельзя сделать скидку, увеличьте ценность товара, сообщив дополнительную информацию о нем. Они не торопятся. Им все равно, купят они сегодня или через год. Объясните, что идеального времени для покупки может не наступить, а качественная жизнь ценна сегодня, а не в мифическом будущем. Спросите, почему они хотят сейчас лишить себя лучшей жизни и преимуществ вашего товара. Они вам не доверяют. В продажах важна искренность. Нельзя быть плохим и лживым человеком, но хорошим продавцом. Если вы искренне предлагаете хороший товар, то вы всегда сможете установить доверительные отношения с клиентом. Сначала заслужите доверие, а только потом переходите к сделке. Никакие технологии и уловки не помогут вам продать, если покупатель не доверяет вам как человеку. Продажи и здравый смысл. Не перестарайтесь. В порыве излишнего рвения или отчаяния не переусердствуйте, стараясь заключать сделку за сделкой. Это не принесет хороших результатов. Не замалчивайте. Не скрывайте от клиента часть информации, даже если вы видите, что он готов заключить сделку. Потеряв доверие, вы потеряете этого клиента в перспективе. Учитесь. Умение продавать – это не врожденная способность. Напротив, нас с детства учили не просить, а ждать, когда предложат. В торговле все не так, и этому надо учиться. Будьте вежливы со всеми. Ведь вы не всегда знаете в лицо всех, от кого зависит сделка. Рассчитывайте удары. Покупатель лучше запоминает начало и конец беседы. Как в гольфе. Приберегите ваш сильный удар для заключительной попытки. Постановка голоса для заключения сделок.
записывайте ваш голос на диктофон и работайте над своими интонациями. Следите за тем, чтобы голос не был монотонным, пусть ваша речь изобилует оттенками. Записывайте на магнитофон ваши презентации и анализируйте, купите ли вы у самого себя. Для тренировки используйте такое упражнение. Возьмите фразу «Я не утверждаю, что Джон взял эту папку». Сначала произнесите ее, не делая акцента ни на одном из слов. Затем, изменяя интонацию, акцентируйте слово «Я», значит, возможно, это утверждали не вы, утверждаю. Вы подразумеваете, что он взял, но не говорите «Джон», возможно, взял кто-то другой и так далее. Вы услышите, какие разные значения будет приобретать фраза. Дайте кому-нибудь послушать запись и узнайте, понятны ли ему эти значения. Как решить вопрос дороговизны? Обычно главное возражение у клиентов вызывает именно цена. Реакция может быть разная, от деликатного «цена высоковата» до более резкого «возмутительная цена» или даже грубого «вы обнаглели, что делать?». Отправьте мяч на поле противника, пусть он защищается, а не вы оправдываетесь. Повторите дословно, но с вопросительной интонацией. Вы считаете цену возмутительной. Теперь покупатель, а не вы, будет отстаивать свое мнение. Просите. Если я докажу, что цена оправдана, вы готовы сразу заключить сделку? Если клиент ответит отрицательно, узнайте, какова истинная причина его возражений, раз причина на самом деле не только в цене. Быть может, в цвете, размере, расположении или чем-то еще. Это хороший способ прояснить ситуацию. Объясните, что цена беспокоит только в момент оплаты, а плохое качество – во время всего процесса эксплуатации. Скупой платят дважды, дешевые обходятся дороже. Страх потерять сильнее желания приобрести. Пусть клиент боится потерять выгоду от вашей сделки больше, чем деньги. Дайте покупателю понять, что ситуация может измениться, и если он упустит ваш товар, он может надолго лишиться значимых преимуществ. Модель выйдет из продажи, долго не будет поставляться. Но при этом строго придерживайтесь фактов. Глава 2. Залог успеха вашей карьеры. Вера в товар – решающий компонент продаж. Вы должны сами верить в свой товар. Когда вы сами не верите в то, что продаете, то не заставите поверить в ваш товар и клиента. Если вы продаете автомобили определенной марки, то когда сами покупаете автомобиль, выбирайте бренд, с которым работаете. Если вы этого не делаете и ищете отговорки, то такие же отговорки найдет и ваш клиент. И что вы тогда ему возразите. Вы должны быть убеждены, что человек, который не покупает ваш товар, совершает серьезную ошибку. Гордитесь тем, с чем работаете. Эмпатия, симпатия и продажи. Симпатия означает, что вы чувствуете то же, что и другой человек, а эмпатия, что вы понимаете чувства другого, но сами их не испытываете. В торговле эмпатия более эффективна, чем симпатия, поскольку в этом случае вы понимаете проблему, но можете взглянуть на нее со стороны и найти необходимое решение. Пример негативных последствий симпатии в торговле. Клиент сообщает автодилеру, что отложил деньги на ремонт дома и не может позволить себе дорогую модель машины. Продавец, который сейчас сам занят ремонтом и понимает проблемы покупателя, не пытается его уговорить. Они договариваются о покупке более простой модели, а потом оказывается, что клиент расстроен, поскольку он мечтал именно о роскошной комплектации и готов был согласиться, но ждал, что его убедят. Эмпатия также означает, что не надо смешивать свою жизненную ситуацию с ситуацией вашего клиента. Не предлагайте покупателю уцененный костюм только потому, что не можете позволить себе дорогую модель. Продавайте себя. Улыбайтесь, по-доброму шутите, будьте дружелюбным. Покупатель сначала должен купить вас, а потом ваш товар. Если покупатель говорит, что финансовое положение не позволяет ему совершить сделку, не спешите отказываться от продажи. А объясните, что его расходы, возможно, только возрастут, если он не приобретет ваш товар. Если это действительно так, конечно. Например, отказ от покупки счетчиков воды может в дальнейшем значительно увеличить коммунальные платежи. Думайте и как продавец, и как покупатель. Переходите с одной стороны на другую в процессе продажи. Эмпатия эффективна в командной работе. Иногда менеджерам,
полезно на несколько дней поменяться обязанностями, чтобы понять обязанности и трудности коллег. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Правильная психологическая установка. Позитивное мышление – оптимизм, позволяющий верить, что вы можете свернуть горы. Это не должно исключать конкретных знаний и действий. Туда, где вы сейчас находитесь, вас привел ваш мозг, а значит, если вы измените к лучшему ваши мысли, вы измените и ваше место в этой жизни. Даже в условиях рецессии многим продавцам, игнорировавшим общее настроение кризиса, удавалось увеличить продажи. Так что все зависит от отношения к ситуации. Высокая самооценка позволит вам стать профессиональным продавцом, а не профессиональным визитером, не нацеленным на заключение сделок. Обретите уверенность в себе, изучив досконально профессию продавца и вооружившись установками «Я могу» и «Я рожден побеждать». Уважайте покупателя. Не воспринимайте его только как препятствие на пути к достижению цели. Станьте для него экспертом, относитесь к нему с заботой, продолжайте опекать его и после заключения сделки, иначе он никогда больше к вам не вернется, а уйдет к тому, с кем ему будет комфортнее. Озвучено Яндекс Спич Кит. Уважайте профессию продавца. США – страна, которая была открыта, построена и реформирована продавцами. Колумб продал королеве идею нового пути в Индию, Вашингтон продал соратникам идею независимости. Да и в дальнейшем Америка стала могущественной страной не благодаря размерам, есть страны и крупнее, и даже не благодаря технологическому или производственному преимуществу, а благодаря продавцам и политике свободного предпринимательства. Продавцы – уважаемый средний класс. Процент разводов и самоубийств среди людей этой профессии самый низкий. У профессии продавца много преимуществ. Стать продавцом можно в довольно раннем возрасте и работать до самой старости. С годами эффективность профессионального продавца только увеличивается при накоплении опыта. Среди продавцов нет безработицы даже во время экономических кризисов. Создание резервов. Будьте в хорошей физической форме. Это ваш моральный долг по отношению к себе и покупателю, иначе как вы поможете ему выиграть? Хорошее здоровье и физическая подготовка дают энергию и мотивацию, позволяя работать дольше и с лучшим результатом. Кроме того, позитивная энергия передается покупателю. Берегите время. Умело планируйте его и скупо расходуйте, чтобы оставить больше времени для живого общения с клиентами. Используйте любое подходящее время для полезных встреч. Но не пейте и не курите за компанию с клиентами. Это вредно для здоровья, затратно для кошелька и съедает ваше время. Озвучено Яндекс Спич Кит. Создайте духовный резерв. Религия, верить или не верить – личный выбор каждого, но исследования показывают, что люди, обладающие глубокими религиозными убеждениями, наиболее продуктивны в работе. Создайте психологический резерв. Продавцу приходится сталкиваться с негативной информацией и отказами, поэтому ему надо научиться нейтрализовать негатив. Потребляя извне как можно больше позитивной информации, читая полезные книги, общаясь с позитивными людьми, посещая тренинги и прослушивая мотивационные записи. Такой задел поможет выдерживать удары. Создайте резерв положительных рекомендаций от ваших покупателей. Используйте их оперативно и к месту во время общения с потенциальными клиентами. Положительные рекомендации, особенно от известных клиенту людей, очень эффективны. Любите свою профессию, жизнь, людей. Это даст вам сил, ведь любовь – самая мощная вещь на Земле. Всегда действуйте в интересах людей, и с вашей карьерой все будет в порядке. Глава 3. Профессиональный продавец. Профессиональным продавцом может быть не только тот, профессией которого являются продажи. Профессионально продавать свой труд и идеи может дантист, дизайнер, учитель, строитель, родитель, ребенок и так далее. Профессиональный продавец умеет оперировать и логикой, и эмоциями одновременно. Используя только логику, можно хорошо объяснить покупателю все преимущества товара, но он выйдет после презентации и купит товар у другого продавца. Используя только эмоции, можно совершить продажу, но покупатель вскоре вернется, чтобы аннулировать сделку.
начинайте логично, заканчивайте эмоционально. На логические возражения отвечайте эмоционально, а на эмоциональные – логически. Клиент покупает глазами, но принимает окончательное решение ушами. Поэтому важно показывать и рассказывать. В том числе полезно использовать переговорный блокнот, в котором демонстрировать расчеты и схемы, способные убедить клиента. Профессиональный продавец скорее не экстраверт, а интроверт. Экстраверт отлично создает первое впечатление, но ему сложно выстроить продуманную карьеру. Интроверт лучше организован, он хорошо планирует время и готовится к презентациям. Он спокоен и уравновешен. Идеальный продавец сочетает в себе качества интроверта и экстраверта, по крайней мере, он работает над недостающими ему качествами. Профессиональный продавец идет в ногу со временем. Он интересуется мнением других, общается, обменивается опытом, постоянно повышая уровень своих знаний. Профессиональный продавец – командный игрок. Он честно и эффективно выстраивает взаимоотношения с коллегами и партнерами. Если интересы покупателя требуют, настоящий профессионал готов предоставить ему помощь даже в вопросах, выходящих за рамки его компетенции, привлекая своих коллег и партнеров. Профессиональный продавец не обидчив, его ничем не проймешь. Отказ или неосторожное высказывание покупателя не выбьют его из седла. Но это не значит, что он молча сносит хамство. Скорее, это означает, что он понимает, что покупатель может негативно реагировать, потому что до этого сталкивался с непрофессиональными продавцами. Чтобы сохранить высокую самооценку, продавец должен понимать разницу между отказом от его товара и неприятием его самого. Нет, лишь ошибка. Позвольте покупателю исправить ее на «да». Профессиональный продавец всегда помнит, что его цели – успешная продажа и немедленное действие. Многие продавцы не продают только потому, что не просят покупателя купить товар. И не бойтесь покупателя, который говорит «нет». Бойтесь покупателя, который говорит «может быть». Принимая на веру обещание купить позже, вы создаете себе резерв обманчивой безопасности. Профессиональный продавец всегда оптимист. Профессиональный продавец легко адаптируется, меняя неработающие технологии и методики на эффективные способы работы. Профессиональный продавец живет своей работой. Он ориентирован на карьеру. Профессиональный продавец выглядит и действует как профессионал. Он аккуратно и к месту одет. Он принципиален, пунктуален, спокоен и уверен в себе. Профессиональный продавец соревнуется сам с собой. Он постоянно повышает свою планку. Профессионал продолжает обхаживать своих клиентов сколь угодно долго. Поздравляет с праздниками, уточняет, как работает товар, нужно ли клиентам или их знакомым обновление или другая услуга. Тех, кто совершает самые крупные покупки, включает в список суперпокупателей и относится к ним особенно бережно. Профессиональный продавец всегда готовится к встречам. Авраам Линкольн говорил: «Если у меня будет 9 часов на то, чтобы срубить дерево, 6 из них я буду точить топор». К каждой повторной встрече с покупателями профессионал относится как к первой. Он каждый раз продает себя и свой товар заново. Профессиональный продавец смотрит в глаза покупателю. Покупателю важно видеть глаза того, кто предлагает ему расстаться с деньгами. Глава 4. Воображение в торговле. Профессиональный продавец не только хорошо знает приемы продаж, но и подключает свое воображение, чтобы эффективно адаптировать их к конкретной ситуации. Примеры правильных продаж. Составьте наглядную схему. Например, вы предлагаете покупателю товар, который стоит $300, но экономит в день 50 центов. Сберегающий воду кран, экономичная посуда, новый мотор или что-то другое. Помните, что продажа совершается в момент, когда покупатель понимает, что отказ от покупки обойдется ему дороже приобретения. Понять это поможет убедительная схема. Если он соглашается на покупку, то, допустим, тратит все деньги со счета, и на его счету остается $0. Но за 600 дней он экономит $300, 0,5 в день. Значит, через 600 дней у него на его счету $300, и у него есть товар. Если он не соглашается на покупку, то на его счету остается $300,
но затем он каждый день теряет 0,5 долларов. Значит, через 600 дней на его счету 0 долларов, и у него нет вашего товара. Выгода от первого варианта очевидна. Составьте свидетельство о браке. Звучит и выглядит это забавно, но по сути довольно действенно. Если покупатель колеблется и хочет купить у кого-то другого, друга, родственника, соседа, вашего конкурента, предложите ему скрепить на бумаге шуточное соглашение, по которому вы вступаете в брак со своим клиентом, обещая ему помощь во всех возможных ситуациях, так или иначе связанных с товаром или услугой. При этом клиент не берет на себя никаких обязательств, кроме сделки. То есть, фактически, вы предлагаете ему невероятно качественное постсопровождение. Сопровождайте яркими примерами. Страховой агент брал с собой на встречу три мяча – маленький стеклянный, теннисный и пляжный. Он предлагал клиентам положить в карман самый крошечный мячик и объяснял, что если они начнут выплаты сейчас, то взносы будут малы, как этот мяч, и почти незаметны. Если начнут платить позже, то взносы будут подобны теннисному мячу, его по силам засунуть в карман, но носить неудобно. А если еще позже, то взносы будут непосильны, так же, как невозможно засунуть в карман огромный пляжный мяч, когда покупатель загоняет себя в угол. Покупатель, особенно в случае розничных продаж, может оказаться заложником неосторожно сказанного им слова. Например, он мог пообещать родственникам, друзьям или коллегам, что никогда не потратит деньги на услугу, подобную той, что предлагаете вы, никогда не возьму ипотеку. Цель хорошего продавца – вывести покупателя из затруднительного положения. Посоветуйте ему признать, что только сильный человек может поменять свое мнение. Апеллируйте к здравому смыслу. Во время Второй мировой войны солдатам в США предлагали купить выгодную страховку. В случае их гибели семья получала 10 тысяч долларов, а платить за нее в месяц надо было всего 6 долларов. Однако солдаты все равно не торопились заключать сделки. Тогда сержант вызвался объяснить выгоду программы и начал с того, что спросил солдат, захочет ли правительство посылать на передовую тех солдат, чья гибель обойдется ему в 10 тысячах. После этого страховки купил весь взвод. Используйте каждый удобный случай для продажи. Продавайте везде, где находитесь. Например, автору книги удалось осуществить успешные продажи даже в суде девушкам, которые взимали с него штраф за превышение скорости. К слову, комиссионные вполне окупили штраф. Причина многих несостоявшихся продаж в том, что продавец просто не попросил купить его товар. Предлагайте покупателям бонусы. Даже сущие мелочи, если они приятные, привязывают покупателя к определенному продавцу. На заправке, работающей по принципу самообслуживания, автор книги смог получить небольшое, но приятное дополнение к услуге. Ему на права приклеили листок с регистрационным номером машины, чтобы номер всегда был у него под рукой. Зиг Зиглар не помнил его наизусть. Продавайте картины. Клиент приобретает не товары или услуги, а картины, образы, конечного результата их использования. Он покупает будущее наслаждение. Покупатель покупает не здание, а дом, где ему будет уютно сидеть на террасе или проводить вечера у камина. Значит, продавцу надо помочь покупателю нарисовать в голове правильные образы, чтобы клиенты в своих мыслях почувствовали себя счастливыми владельцами. Предлагайте клиенту не только причину, но и оправдание для покупки. Слова, которые продают и создают правильные ассоциации. Первое и главное из них – имя покупателя – самый приятный для него звук в мире. Затем идут следующие. Понимать, гарантия, новый, результаты, доход, ценность, доказано, деньги, любовь, правда, заслуживать, веселье, здоровье, безопасность. Открытие, комфорт, счастье, насущный, легко, экономия, правильный, гордиться, доверие, вы, надежность, преимущество, позитивные, выгоды. Слова, которые не продают. Сделка, подпись, проигрывать, стоимость, попытайтесь обижаться, платить, беспокойство, покупать, контракт, потеря, смерть, плохой, решение, возможный, продавать, тяжело, неудача, продано, трудно, ответственность, цена, обязательство, провал.
Всегда проще убедить клиента вложить или инвестировать деньги, а не заплатить купить. Взносы звучат лучше, чем платежи. Ни в коем случае не используйте вульгарные, а тем более нецензурные выражения, избегайте слов-паразитов. Глава 5. Болты и гайки продаж. Возражения – ключ к заключению сделки. Возражения покупателей должны вызывать в сердцах продавцов не страх, а радость. Если клиент возражает, значит, он заинтересован в том, что вы предлагаете. Значит, вы работаете с живым небезразличным человеком, а не с тем, кто выслушивает вас лишь из вежливости. Умейте отличать вопрос от возражения. Устраняйте возражения по очереди, спрашивая покупателя, ответили ли вы на его вопрос. Можете даже демонстративно вычеркнуть удовлетворенное возражение из переговорного блокнота. Во время презентации есть 4 правильных момента для ответа на возражения. 1. До того, как они появятся. Это лучший момент. Проанализируйте презентацию на предмет возможных возражений и постарайтесь своей речью ответить на них. 2. Когда они появятся. Когда вы отвечаете на возражения, помните, что ваша цель – убедить, а не победить покупателя. Вряд ли поверженный человек, даже если вы продадите ему товар, придет к вам еще раз. В нейтрализации возражений бесценными инструментами являются встречные вопросы и юмор. Если возражение жесткое, перефразируйте его и переспросите покупателя в более мягкой форме. Покупатель. Качество товара оставляет желать лучшего. Могу купить подобное и дешевле. Продавец. Правильно ли я понимаю, что вы хотите быть уверены в долговечности и адекватной цене товара? 3. Позже. Иногда приходится откладывать ответ, например, покупатель сомневается, не слишком ли высока цена, а вы еще не предъявили все преимущества вашего товара, а цена в вашем случае не является конкурентным преимуществом. Поясните клиенту, что вы не уходите от темы и обязательно ответите чуть позже, когда расскажете обо всех факторах, включающих качество, модель, доставку, сервис. 4. Никогда. Можно проигнорировать возражение, но если покупатель повторяет его, значит, для него это действительно важно, и повторно от ответа лучше не уходить. Какими бывают покупатели? Доверчивый. Открытый и бесхитростный. Будьте таким и вы. Он легко поддается убеждению, но не любит, когда на него давят или когда его подгоняют. Скептик. Он скептичен, саркастичен и циничен, но логичен. Используйте с ним прием перефразирования и не спорьте. Ему важно выпустить пар и увидеть вашу искреннюю заинтересованность в его проблемах. Враждебный. У него явно был опыт общения с никудышными продавцами. Заставьте его говорить, и когда он начнет выражать недовольство, проявите эмпатию. Скажите, что вы понимаете его чувства и оцените его открытость. Нерешительный. Прежде всего, он должен вам поверить и позволить вам подтолкнуть его к продаже. Он ждет, что кто-то ему поможет принять решение. Охотник за дешевизной. Если вы не сможете сделать скидку, то предложите ему другой эксклюзив, чтобы он почувствовал себя победителем. Например, что вы сами проследите за установкой оборудования или лично упакуете заказ. Несносный. Крикливый сноб, но в душе бывает сентиментален, хочет быть правым и оцененным. Обратитесь к его самолюбию, искренне похвалите вкус или выбор. Торопливые. Ему нужны факты, только факты и быстро. Будьте кратки и деловиты. Весельчак. Добродушен, импульсивен, но может быть нерешителен. Покупает у тех, кто ему симпатичен. Посмейтесь с ним, подружитесь, а затем помогите принять решение. Всезнайка. Ему важно произвести на вас впечатление, так позвольте ему это сделать. Важная шишка. Продемонстрируйте ему свою компетентность, покажите, что вы вполне профессиональны, чтобы работать с такой значимой персоной. Импульсивный. Принимает решение, не задумываясь. Как только придете с ним к согласию, заключайте сделку, не мешкая. Покладистый. Самый сложный покупатель. Соглашается и подакивает, но, скорее всего, не собирается покупать. Прервите презентацию и напрямую спросите его, почему он не хочет воспользоваться преимуществами вашего товара.
Тогда он либо выскажет, наконец, возражение, которое вы сможете нейтрализовать, либо согласится на сделку. Глава 6. Ключи к заключению сделок. Ключ «Позитивное предположение». Совершите успешную продажу мысленно во всех подробностях, прежде чем совершите ее в реальности. Всегда исходите из того, что покупатель обязательно у вас купит. Предполагайте максимальный конечный результат. Как можно чаще тренируйтесь и практикуйтесь. Ключ – физическое воздействие. Разумеется, физическое воздействие начинается с чистоплотности продавца, каждодневный душ, парфюм, освежитель дыхания. Поработайте над концепцией вашего гардероба, возможно, при помощи профессионалов. В том, что касается одежды, незаменимо правило «одевайтесь так, чтобы ваш покупатель не заметили, во что вы были одеты». Поражать внимание своей экстравагантностью или известными брендами лучше в других ситуациях. Зеркальте поведение покупателя. Если он говорит быстро, говорите быстрее, и наоборот, предложите покупателю сесть. Сидя удобнее принимать решения, не допускайте ревности, не слишком приближайтесь к жене-мужу покупателя-покупательницы. Устраняйте барьеры. Старайтесь говорить не через стол, прилавок, стойку. Держите документы и образцы в порядке. Пусть договор о заключении сделки всегда будет у вас под рукой и перед клиентом. Следите за покупателем. Его язык тела может не совпадать с тем, что он говорит. Ключ – энтузиазм. Энтузиазм тоже можно продать, ведь мы передаем чувства, которые испытываем к своему товару. Излучайте энтузиазм. Ключ – подчинительный вопрос. Это такой вопрос, положительный ответ на который означает, что сделка у вас в кармане. При этом отрицательный ответ не фатален для сделки. Например, вы готовы подписать контракт или вам необходима дополнительная информация? Любой ответ на такой вопрос выигрышен для вас. Еще полезная связка вопросов. Вы видите, что этот товар экономит ваши деньги. Вы заинтересованы в экономии денег. Когда вы хотите начать экономить? Ключ слушания. Слушайте покупателя, а не просто давайте ему высказаться. Это не противоречит приему «не слышу», а дополняет его. Вам стоит проявлять глухоту только тогда, когда покупатель отказывается от покупки. Ключ надвигающиеся события. Это нечто, что в дальнейшем может оказать влияние на цену или качество товара. Это поможет справляться с отговоркой «куплю позже». Например, цены на товар вскоре вырастут. Или поставщик больше не будет импортировать шерсть такого высокого качества. Ключ – настойчивость. Не надо путать с нажимом и давлением. Скорее, это вера в продаваемый товар и в то, что при его помощи вы сможете решить проблемы покупателя. Думайте об интересах клиента. Ключ – стимул. Давайте покупателю кое-что сверх того. Всегда предлагайте отличный сервис и думайте, как еще вы сможете облегчить покупателю жизнь. Обходитесь с каждым человеком как с ценным клиентом. Жизнь непредсказуема, и вы никогда не знаете, где вас будет ждать выгодное продолжение сотрудничества. Ключ – искренность. Самый важный, поскольку мир продаж – не место для лжецов. Если покупатель уверен в честности продавца, то он с очень большой вероятностью заключит с ним сделку, будет продолжать сотрудничество и рекомендовать друзьям. Будьте честны с клиентом всегда в интересах покупателя и своей карьеры. Чтобы покупатель ощутил доверие к вам, используйте искренне. Прием «чувствуете», «чувствовал», «обнаружил». Я понимаю, что вы чувствуете, когда-то я сам чувствовал то же самое. Когда я проанализировал ситуацию, я обнаружил, далее приводите свои доводы. Ключ повествования. Рассказывайте клиентам наглядные, поучительные, забавные истории, коллекционируйте такие истории, запоминайте и, когда надо, извлекайте из памяти. Заключение. Секреты успешных продаж состоят в понимании и практическом применении следующих важных для профессионального продавца истин. Продажа – это то, что вы делаете для покупателя, а не с ним. От сделки всегда должен больше выигрывать покупатель, а не продавец. Искренне интересуйтесь покупателем, уважайте его, слушайте его внимательно, старайтесь узнать о нем как можно больше. Покупатель тоже должен доверять продавцу, доверие – залог успешной сделки.
хороший продавец искренне верит в то, что продает. Он считает, что покупателю абсолютно необходимо преимущество его товара и сам пользуется тем, что продает. Оптимизм должен стать вашим способом мышления. Мысленно совершайте удачную продажу до того, как она произойдет в реальности. Не унывайте в случае, если покупатель говорит, что ему неинтересна сделка. Используйте прием перефразирования, задавайте наводящие вопросы. Следите за языком тела покупателя. Возможно, за его «нет» стоит «да». Продавец – уважаемая и стабильная профессия. Любую крепкую экономику создают продавцы. Профессиональный продавец должен обладать высокой самооценкой, и если покупатель отказывается от сделки, не чувствовать себя отверженным. Будьте уверены в себе и наполняйте свою жизнь позитивом, чтобы компенсировать негативные моменты отказов. Создавайте резервы – физические, психологические, духовные, временные. Будьте в хорошей форме, общайтесь с приятными людьми, ищите поддержку в духовности, не прекращайте учиться. Создавайте резервы рекомендаций от благодарных клиентов. Клиент покупает глазами и ушами. Используйте наглядные схемы, оперируйте цифрами, не расставайтесь с переговорным блокнотом. Старайтесь формулировать свои мысли в форме вопросов. Начинайте речь логично, а заканчивайте эмоционально. Всегда готовьтесь к презентациям. Учитесь владеть своим голосом, используйте для этого диктофон. Подумайте, купите ли вы у самого себя. Будьте аккуратны, вежливы, чистоплотны, следите за своим гардеробом, речью, документами, поведением. Думайте и как покупатель, и как продавец. Старайтесь понять чувства клиента, но не пытайтесь чувствовать то же, что и он. В интересах покупателя будьте объективны, пусть эмпатия преобладает над симпатией. Помните, что ваша цель – продажа. Многие не продают только потому, что не предлагают кому-либо купить. Доводите продажу до конца и не верьте тем покупателям, которые обещают подумать и вернуться. Обычно они не возвращаются, но создают у вас иллюзию обманчивой безопасности. Хороший продавец продолжает уделять внимание клиенту и после заключения сделки, не давая ему уйти к конкурентам. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Книга озвучена каналом Financial God. Если понравилось, не забудь оценить и подписаться на канал. Полную версию этой книги можно приобрести по ссылке в описании.